Австрійський історик, старший науковий співробітник Австрійської академії наук Курт Шар, є гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас. Добрий день. До Чернівців ви приїхали презентувати книгу про кадастрові карти Буковини та Чернівців 19 століття. Хто і як довго працював над книгою? У нас над цією книгою працював цілий колектив при Австрійській академії наук. І тут були в основному люди, звісно, які працюють в Австрії, історики, картографи, географи, і були співробітники з Академії наук Молдови, з Кишинєва і з Яш. І всі більш-менш зв'язані з буковинською історією, або були спеціалісти для картографування. Тобто цілий колектив на цьому працював з 2007-2008 року до 2011 року. То есть в целом, и потом еще для верстки этой книги еще там пару лет ушли работы. То есть, и опубликовали мы это в прошлом году, в 2015 году только что. Можете показать глядачам? Ну, пожалуйста, я могу показать там частично. Вот, вот так я вернусь, наверное, да? Что там изображено центральную часть города Черновцы. И разные площади, допустим, здесь видно, и по этой статье, которая входит в этой книге. Там. И книга, конечно, не только занимается городом Черновцы, а в целом Буковиной. Ну, в историческом смысле, конечно, 19 века. Чи важко было шукати информацию? Дело в том, что это является часть одного большого проекта, где мы пытаемся, не только мы и следующее поколение уже на много лет вперед должны издавать этот источник исторического значения. И идея, то есть проблема в том была, что в 2007 году нам надо было установить рамки. И рамки такого образа имеется в виду, чтобы должны знать, где максимальная информация этого источника и где минимальная информация этого источника. Мы взяли две предметы. Один – Буковина, и второй – теперешняя Каринтия в Австрии. Потому что в теперешней Каринтии вот эти источники полностью сохранились, и тут куча информации находится. И в теперешней Буковины, то есть северно-южная часть Буковины, мы не знали, что там есть или что там сохранилось. Мы исходили из того, что это тут будет экстремальный, в том смысле, что там максимальный труд, надо, чтобы искать все эти источники. И теперь мы знаем, что эти рамки мы знаем, исходя из этого мы можем дальше планировать следующие страны, следующих этих книг по этой серии. Да? Найти тут нелегко было, потому что источники информации, они все рассеяны по разным архивам. В основном они находятся здесь у вас, в Державном архиве Черновицкой области. Частичная информация во Львовском архиве, тоже в Державном архиве. В основном все эти кадастральные карты в Сучавском архиве, то есть в Румынском архиве. И частично в Бухаресте, в Вене. Надо было собрать всю эту информацию, чтобы издавать эту книгу. Давайте зараз розкажемо глядачам, а для чого ж взагалі створювалися кадастрові карти? Для чого? Во-первых, это является сам по себе культурной ценность. Потому что эти карты сделаны, начиная с 1817 года до 1855 года, это зависит от края, где закончили работу. Но эти карты, они сделаны по одной и той же методике, из, если скажем так, что из теперешней западной Украины, бывшая австрийская Буковина и Галичина, тоже Галицин-Лодомерин, до теперешней самой западной части Австрии. То есть эти карты покрывают большим масштабом крупную часть теперешней центральной Европы. И это культурная ценность сама по себе. Но они, конечно,
носит в себе кучу информации, полезной информации для разных исследователей, для разных вопросов. И идея в том, что мы издаем этот источник как книга, ну не в целиком, конечно, мы издаем эту книгу как помощь тем, которые хотят по своим направлениям, по своим вопросам над этим сидеть и с этим работать дальше, чтобы они знали, чем, что они могут ожидать, где они могут найти и как дальше над этим работать. От пересічна людина, что может найти в этой книге? Ну, если начинаем из самого простого, да, если человек находится в каком-то деревне, и он хочет знать, как эта деревня, как свой хутор выглядел, или как это выглядело, допустим, в середине 19 века, он может там найти образец. И не только образец, он может найти, может быть, и собственный дом, огород в этом масштабе. То есть он может видеть, как это было в 19 веке. Это простой вопрос. Да? Более сложный вопрос есть. Допустим, человек занимается аграрной историей, да, и он хочет знать, сколько урожая было на этой площади, в этой провинции, в этих годах. И до использования удобрения, допустим, это очень важная информация. Или опять другой подход. Хочу посмотреть, как изменилась ландшафт в целом. Или вот то касается города Черновцы, как изменился город за это время. И у нас даже есть тут очень любопытная вещь, мы до этого это не знали, что на Буковине существует две кадастральные карты. Они начали уже в 20-е годы 19 века, потом бросили работу из разных причин, и опять начали спустя 40 лет. И там уже делали полный вариант. То есть мы имеем возможность сравнивать развитие города Черновцы в течение 40 лет, то есть с 23 года по 55 году 19 века. То есть там уже есть что-то, что можно смотреть. Допустим, как разные площади, как городостроительство, как облик города менялся в течение этого времени. То есть тут подходы могут быть очень разные, но важно для человека, который этим работает, это что стоит за этим источником, чтобы он правильно потом понял, что он может ожидать и чего нельзя ожидать из этого источника, и как этим работать. Я знаю також, что вы видали путівники Буковини, так? Німецькою мовою. Ну, это одна из первых работ был, которая связана с Буковиной, с историей Буковины. Идея в том заключилась сделать не просто путеводитель, но путеводитель по нашим понятиям, географическим понятиям, что немножко речь идет о теперешней жизни, видение такое, что такое историческая Буковина, что теперешняя Буковина, теперешняя Украина, Северная Румыния. И к этому включить такие предложения, маршруты, по маршрутам, которые можно идти и получить информацию, ну не как в энциклопедии, ну как, ну если вы будете, допустим, в Вышнице, что надо там наблюдать, посмотреть, ну не как путеводитель, как обычно, ну это здание, это музей, ну в общем-то ландшафт и люди в целиком, чтобы просто как дополнительная информация к другим путеводителям, которые обычно это не дают. То есть информация не только о памятников, а о людей тогдашних и теперешних, потому что в путеводителе очень часто отсутствует человек. Путеводитель нас обычно доведет до памятника. Пусть посмотрите, это музей, это дом, это здание, но что там люди жили и теперь живут, очень часто отсутствует. Тем более, что очень много людей приехали и приедут сюда посмотреть исторический облик Черновцы. Черновец, да, но и существует теперешняя жизнь. Не только центр города, есть и проспект Незалежности, тоже интересная часть города. И я хотел таким образом просто привлекать людей посмотреть на этот город, на этот край в целом,
и немножко имеет какие-то представления хотя бы о теперешней и тогдашней жизни. Ну, тепер, Курте, питання до вас. А звідки в австрійського історика з'явилося бажання досліджувати Чернівці, зокрема Буковину? Я вже в школі, почему я даже не могу сказать, начал читать разные книги. Ну, в основном это были из литературы, там Карл Эмиль Француз или Штефан Цвейг, который там о прошлом пишет. И мне всегда интересно было вот эти далекие края, да, то есть это Львов, Лемберг, Черновцы, Черновиц, потому что это было связано как-то с мифом. Это далеко находится, и там слухи ходили. И мне интересно было, всегда хотелось бы добраться хотя бы до этого места. И случилось так, что я наконец-то сюда приехал первый раз в 99 году, и мне очень понравилось. Я подумал, как можно это связаться, то есть желание с работой. И получилось так, что я просто потом взялся со австрийской историей, то есть со австрийский период, истории этого края. И тут много чего можно найти, и до сих пор много чего есть. А звідки знаєте українську мову? Зокрема, зараз ви спілкуєтесь російською, але я знаю, що розумієте мене прекрасно, і можете говорити навіть українською. Ну, на українському я не говорю, то есть я не смію говорити, тому що тут буде дуже плохо. Ну, дело в том, что я уже сколько лет сюда приеду, и я это же постоянно слышу. Я это более-менее понимаю, что говорят. А если не учим такой гуцульский диалект, там, конечно, трудности есть. Ну, мне легче выразить свои мысли на русском языке, иначе тут трудно говорить будет. А как выучили? А выучили, да, выучили так, что... Я проводил свою альтернативную службу, у нас это существует, не в армии и не в скорой помощи, то наверняка у вас это есть. Я это в Москве делал, и в научно-исследовательском центре именно Холокост, который занимается историей, ну тогда это еще назвали катастрофой, еврейской катастрофой. И мне это, конечно, было выгодно, потому что я таким образом мог работать по своей направлению, по своей профессии. И ну, в Москве что тут делать, если на английском говорят, но не все, и в этом учреждении тоже не все говорили на английском. Я делал подготовительный курс на русском языке, и за эти 14 месяцев более-менее вынужден был изучать плавание в холодной воде сначала. Ви, напевне, чули, що Чернівці називають маленьким Віднем. Да. Чи ви погоджуєтеся з таким висловом? Ну, як вам сказати, що тут з вашої сторони дуже цікаві анекдоти йдуть, що Вена – Большой Черновиц. Можна, наоборот, це сформулювати. Ну, дійсно так і є, що дух цього міста, якщо ми зараз говоримо о центральній історичній частині, очень, очень связано с этим мостом, который тогда существовал между ну, Черновцем и Веной. Потому что чиновники, которые сюда приехали и все остальное, связь очень важна была с Веной, именно с Веной. Потому что оттуда же пришли новые мысли, книги пришли, всякое там. Как-то только отрезали это, связь после Первой мировой войны. Остался еще, конечно, эти личные связи людей, все остальное. Но уже ориентир пошел в другое направление. Тогда в Бухарест, потом, скажем, в Москву и сейчас в Киев. Да? И потерялся это доступ к Западу немножко. Но доступ до сих пор есть, конечно, и с 91 года опять доступ открылся. Да? Но для тогдашнего понятия этого города это было чрезвычайно важно, что они имели прямой доступ, административный доступ к Западу. Это не значит, что все только хорошего отсюда пришло, но важные идеи модернизации сюда таким образом могли добраться. И тоже надо сказать, что очень часто говорят, что ну, тут это вообще-то как рай был, и все как лучше никогда после этого никогда не было. Надо сказать, что все-таки все это провинция Буковина и город Черновцы, то есть Черновец тогда, они были немножко как остров.
остров, потому что кругом, что там было за границей, там Российская империя, Бессарабия. И даже входила в Габсбургскую империю Галичина, Галицин-Лодомерин. Ситуация на политическом положении, да, там намного хуже было, чем здесь. То есть у людей была тогда эта идея, это чувство, что здесь, ну да, не так все, как надо было, наверное, но все-таки лучше, чем кругом. И именно из-за этого я бы сказал, что это был действительно остров, где вещи получились интересные и много чего вырос из этого. Ну, не сказано, что это была самая перспективная провинция всей Габсбургской империи. То есть это действительно была отделенная провинция с многими проблемами, с социальными проблемами, с национальными проблемами. Но все-таки сравнительно с тем, что было у соседов здесь, ситуация была, я бы сказал, даже лучше. Несмотря на то, что на всеобщие там проблемы, которые там были. А зараз, какие ваши впечатления от развития города? Поскольку я уже сколько лет сюда приеду, я всегда, конечно, найду что-то новенького. Да? И я должен сказать, что особенно с 2004 года, когда у вас это была так называемая первая революция, много чего изменилось. И в основном к лучшему. Во-первых, отношение власти и отношение людей. Уже на границе чувствовалось, что по-другому общается, более уважаемый, и не так, что и сверху идет. И особенно в городе очень много делали, потому что люди открыли для себя собственное прошлое. То есть и они чувствовали дух города. И то, что здесь было, то, что здесь есть, они нашли и увидели, открыли для себя. И это, я думаю, что это действует. Конечно, тут работ намного вперед остается, но надо сказать, что к лучшему все меняется, потому что люди более уверены в себе, в своей истории и прошлое. И это, я думаю, что очень хорошая перспектива, несмотря на то, что там надо делать тротуар, тут фасад и всякие вот эти технические вещи. Это уже на другом плане находится, но важно, что люди это чувствуют и знают, что они имеют этим городом, этим краем и историей этого края в целом. И то, что тоже я должен сказать, очень важно, что ни странно, сохранилось в городе, в крае это чувство, что тут люди жили, конечно, не без конфликтов. Но что здесь можно, допустим, найти памятник Михаилу Еминеску, румынский писатель. Можно найти украинского писателя, немецкого. То есть люди размышляют, и им без проблем, можно на русском, на румынском. Тут не проблема для этого. То есть вклад на этом такой демократичный, открытый, как и, наверное, когда-то было среди этих крестьян, которые не знали, кто они такие. Что они были крестьянами, простые люди, и говорили с этим на румынском, с другим на украинском, рутенском тогда. И это, я считаю, очень важно. Это быт, то есть это готовность к другой культуре и не безразличный. Это я не имею в виду. Я имею в виду, это открытый подход к другому. Без ненависти, без всяких этих национальных проблем, которые, конечно, есть. Ну, это, я думаю, что это дух города, історія цього краю, який на цьому впливає. Так, у нас багатонаціональний край, багато громад тут, ну, мирно співіснують, правда, це всі скажуть. Я хочу вас спитати, чи Чернівці ви вбачаєте європейським містом? А, ну, це, звісно, так і є, тому що якщо приедешь из Запада сюда, тут очень много общего найдется. Там площади, ратуши, как встроено все это. Если там, скажем так, что Черновицкая область или теперешний украинский край еще составляется из частично из исторической Буковины, частично из исторической Северной Бессарабии, да? И ну, тут границы не так четко видно, но чувствуется, если, допустим, Хотин или другие места, которые входят в теперешние области, они отличаются по облику, по
строительства до сих пор немножко. То есть я бы не сказал, что тут начинается Европа и там заканчивается Европа. Я просто хочу этим образом сказать, что действительно, особенно город Черновцы является хорошим предметом европейского типа города, несмотря на то, что все произошло последние столетия. Поэтому даже студенты мои, которые сюда приезжают иногда, на экскурсии делают, они тут что-то видят, что это как-то знакомые структуры. Пусть это называют маленький Вена или нет, но они это видят, что уже нету в Киеве, допустим, потому что там по-другому устроен этот город. Что может быть во Львове? Хотя Львов имеет более древние корни и по-другому устроено. Чи є щось спільне в австрійській культурі із українською? Ви сказали, що ви коли-то купили національний костюм. А що таке національний костюм? Це де? Тому що в горах так. В кожній долині, в кожному селі свої традиції. Да? І якщо людина приїде з іншої долини, він вже є чужим. Немножко. Ну, не серйозно, звісно, але він відрізняється немножко. І тут що таке австрийская традиция, что такая украинская традиция. Там же тоже зависит от района, или это все вмешано, все общее. Но есть общие вещи, конечно. Допустим, у вас же был это праздник недавно, в начале января. Это же это, как это называется? Маланка. Маланка, да. И там ходит, мне это очень нравится, там ходит, допустим, это косел. Рогатый с этой нагайкой ходит там. И это же традиция, которая языческая, да, в горах. То, если я это правильно понимаю, я не этнограф, и у нас это есть в горах. То же самое косел ходит, то же с этой нагайкой или с ножницей ходит, и по плечу людям даст, или отрежет этой ножницей грехи там. То есть эти традиции очень похожи. Это не значит, что они как-то опыт меняли. Это просто... Или это ландшафт влияет так, или строительство жизни так влияет на это, что это тут что-то общего между образом жизни в горах или на равнинах находится всегда. И тут, я думаю, что много чего можно найти похожего. Курте, що можна сравнювати? Не так багато часу у нас залишилося. Я хочу вас спитати, чи змогли би ви жити в Україні? Ну, честно говоря, я трудно себе представляю жить здесь, потому что тут надо, если я правильно вас понял, да, я же привык к жизни у нас, и тут жизнь по-другому строится. Я думаю, что это для меня было бы трудно перестроить здесь на этой жизни. А почему? Как вам сказать, что я просто привык, допустим, на велосипеде по городу. И тут на велосипеде по городу я питался, я имею здесь свой велосипед, питаться. Ну, это всегда как-то эксот. Который на велосипеде... просто немає велодоріжжа. Да. Ну, это только пример. Ну, это так, потому что я так привык. И я человек, который очень любит быть на одном месте. Даже менять комнату где-то мне трудно, потому что тут все так стоит, как уже давно так стоит. Поэтому тут привыкать трудно. И, не знаю, даже когда я в Москве жил, хорошо, большой город, все тут есть кругом, но слишком большой город, слишком много людей. Это не большой город Черновец, конечно, Черновцы, но все-таки здесь было бы надолго жить трудно для меня. Хотя тут хорошие много друзей уже есть, поэтому я с большим удовольствием сюда к вам приезжаю. Думаю, с работой тоже не было бы проблем. Нет, ну с работой это... Архив есть, документов достаточно тоже есть. Вы доследовали Черновцы, да, Буковину. Да. Вы все життя прожили в Инсбруку, так? Нет, ну я, в общем-то, родом из Зальцбурга, это следующий край у нас. Ну, я уже больше 20 лет живу в городе Инсбрука, да. И там при университете я в Австрийской академии наук работаю. Чи є схожість між маленькими містами Австрії і, можливо, нашими містами в Україні? Ну, тут, конечно, большая разница есть. Если я, допустим, у вас в каком-то маленьком деревне нахожусь, это немножко... как у нас, может быть, было много лет тому назад, что я уже нас оставил. Много десятков лет тому назад. Ну, может быть, да. Но это, конечно, какая-то романтика, которая заканчивается тем, что если вы там бываете без стиральной машины, тут уже трудно себе представить. Да? Но
опять туда ехать, посмотреть, поговорить с людьми, это интересно, но себе представить там жить и работать, я бы и у нас не представил себе, потому что в деревне тут у меня работы нет. Я могу читать книги, но университета нет, библиотеки нет. Люди по-другому там просто устраивают свою жизнь. Курте, спасибі вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, австрійський історик, старший науковий співробітник Австрійської академії наук Курт Шар був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі.